Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия маховых удилищ от компании Maximus. Это называется Махи Maximus Rebel Poly. Удилища сделаны, написано, что из карбона АИМ-7, но в тоннах это ориентировочно 30 тонн. Скомплектуется вот такой вот неопреновой, удобной очень верхней пробочкой, полом непривитым холостом с диаметром под коннектор 1,25 мм. Металлическая заглушка, сзади металлическая пробка, и как вы можете увидеть, здесь достаточно качественные усиления колен, наплывы. Пробка имеет дырочку для того, чтобы уходила ненужная вода, вентиляция была, чтобы удочка не прела после рыбалки. Строй у удилища вы сейчас увидите, мы их разложим, но я скажу сразу, что он ближе к быстрому, то есть палочки в принципе очень неплохие. Кто знает корейский завод NS, в общем-то можно считать, что это оно и есть. Даже по обрамлению колен, то есть они настолько отшлифованы и залачены, что вы, скажем так, вспомните сразу корейский завод NS. По качеству никаких вопросов быть к ним не может. Здесь настоящие универсалы, мощные, силовые и при этом имеющие очень неплохой строй, который понравится очень многим. Значит, чтобы долго не рассказывать, я сразу измерил заранее, поэтому можно верить в мои цифры, да. Значит, транспортная длина 123 у всех одинаково, у меня есть шпаргалочка лежит. Четверка весит, реальный вес 130, пятерки 190 и шестерки 290. Да, они тяжеленькие, согласен, для шестерки даже 290 это тяжело, но когда в руки берешь, у нее очень неплохой баланс, поэтому кто вот рассматривает в эти деньги примерно удочки, посмотрите обязательно именно вот эту серию Rebel. То есть это конкуренты мастерам Сабаниев, конкуренты там Волжанка Шторм и тому подобное. Значит, диаметр ручки вместе хвата у четверки 18, пятерки 21 и шестерки 23. Фактическую длину я вам скажу, когда мы разберем удилище, и вы уже посмотрите строй. И пока снимали, приехала семерочка, махалка, да, я сразу ее померил, 26 диаметр комля вместе хвата и 385 грамм вес. Итак, друзья, разложили махалочки, значит, смотрим, четверка. Я обещал сказать фактические длины, значит, 389 четверка, 494 пятерка и 593 шестерка, то есть практически идентично. Давайте нагрузим, посмотрим строй. Мощная, быстрая палочка, очень приятная в руке. Очень рекомендую даже на карпика. Значит, пятерка, точность такая же, смотрите. Все как пика. Отличная палочка. И достаточно хорошо лежит в руках. Нагружаем, видите, строй. То есть она отрабатывает так хорошо. Я тащу двумя руками. Вот видите, я упираюсь, и вот даже вам не видно, но ногу вперед выставляю. То есть палка действительно очень надежная. Значит, и шестерка. Но вот я думал, что она будет проваливаться. Нет. Смотрите на белый фон. Действительно, как пика. Ну и нагружаем ее. Также тащу ее достаточно хорошо. Видите? То есть она отлично отрабатывает. И действительно, залома верхней части можно... Будет крайне мала вероятность залома именно второго колена хлыста. Потому что она распределяет, видите, как хорошо быстро туда, ну, по бланку вперед. Итак, друзья, семерочка, 688 фактическая длина, построю, смотрите, ну, она не проваливается, вот смотрите, я в камеру показываю. Ну, единственный минус, это, конечно, она такая тяжеловатая в руках, нагружаем. Ну, видите, то же самое, хорошо распределяет. Ну вот, друзья, посмотрели, действительно строй неплохой, сами увидели, мощные силовые палки, вот такой достаточно качественный чехол из синтетического материала, не впитывающий запахи. Обязательно у меня к вам просьба, ставьте, нажимайте на вот такой пальчик под видео, находите его и нажимайте, без него, пожалуйста, не выходите, если хотите мне сказать спасибо. И обязательно нажмите кнопочку подписаться, вам это ничего не стоит, а для меня это огромный плюс. А от меня вам еще помимо видео, да,
это при покупке акций, это при покупке у меня в мультифиш в магазине, вы получаете две запчасти в год в период проведения такой акции бесплатно, мы уже 2,5 года практически проводим такие акции, люди уже огромное количество получили, можете посмотреть комментарии под разными видео, которые мы выкладываем. И второй момент – это бессрочная гарантия на удилище, купленное у нас на заводской брак, то есть на весь срок службы. На этом все. Всего доброго. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч.